Меня зовут Александр Малафеев. Я рад вести 6-й дневник фестиваля «Звезды на Байкале». Мы находимся сейчас в Иркутской филармонии, где только что прошел мой сольный концерт. Я уже 6-й раз в Иркутске, и именно в 2013 году на этой сцене состоялся мой первый выход к иркутской публике. Я играл концерт Грига сразу после конкурса Дениса Леонидовича «Астана Пьяна Пэшн». И вот я очень рад вновь оказаться здесь. Сегодня я исполнял программу из сочинений Бетховена, Рахманинова, Балакирева, Метнера и Прокофьева. И я думаю, что это был большой успех. Я надеюсь на это. И очень хочу вернуться сюда еще. Продолжайте следить за дневниками фестиваля.